Зовут меня Леонид. Расскажу я вам о таком интересном проекте, совсем новом, может быть, год ему. Надеюсь, все читали вот тезисы, там, домашнее задание, не знаю, дошли до него, нет. Я пытался его формировать, просто чтобы люди немножко ознакомились с тем, что будет. Надеюсь, кто-то был, вот Александр Жиновский сегодня читал, и учебный класс у него был, учебный трек, извиняюсь. И еще один его доклад от МСТР, очень много моментов он закладывал, затрагивал сходных, в общем, много-много-много-много того, о чем мне хотелось бы рассказать, но если рассказать обо всем, да, о том, как внутри все работает, то получится, честно говоря, наверное, дня три можно здесь просто вот не уходить. И что еще хотелось бы сказать? Вот такой рассказ, примерно такой, да, конечно, я пробовал, рассказывал коллегам, друзьям, вот, и несколько раз получалось следующее, что люди слушают, говорят, слушай, ну, мы все поняли, все замечательно, у тебя там вертикальный взлет, он отдув, только для начала ты нам расскажи, для чего это нужно. Вот. И пока это не рассказать, вообще непонятно зачем. И почему оно так устроено, и почему мы так это делаем. Вообще, почему у нас это осенило, вот такая идея сделать вот так и никак иначе, и почему оно вот вдруг так получилось. Это некий такой план доклада, да, вот в чем идея, что я буду вас немножко раскачивать от каких-то верхов, да, звездных войн, до каких-то низов. Там, перемножение байтов на биты. Кому-то будет одно интересно, кому-то другое. Вот. Постепенно к чему-то придем, к пониманию. Вот результат какой? Значит, мы пытаемся дать альтернативу, некий такой engine, механизм обмена сообщениями, который позволяет на обычном ноуте получить миллиард секунд. Кто-то меня сразу уже спрашивал, забегу вперед, скажу, что вот этот миллиард, да, мы же говорим про транспорт, этот миллиард, а именно в контексте транспорта. То есть мы можем передать миллиард, но мы не пытаемся его обработать и вообще что-то полезное с ним сделать. Ну, поехали дальше. Значит, предпосылки. Вот что нас толкнуло к этому, значит, проекту. Вот с точки зрения архитектуры есть вот messaging pattern, да, это вот, ну, половина софта, на которой сейчас есть, он вообще сделан с использованием этого баттера. Тот же самый Windows. NFV и SDN – новая тема. Нам обещают аналитики, что в ближайшие 5 лет вообще трафик возрастет 50 раз. То есть он рос, а вот теперь еще 60 раз. Вообще как этот трафик будет обработать? А NFV и SDN, не знаю, надеюсь, в теме, собственно, это что такое? Это у нас обработка трафика, и эти сетевые функции делают не какой-то железный сервер, условно говоря, железный, да, вот типа коммутатора, это программный коммутатор, что-то, что, собственно, сделано в коммунити какое, то есть на общем таком ширпотребном железе, ну, относительно ширпотребном. И вот чтобы все это запустить хотя бы просто, да, нужно определенные задачи решить. Ну, тоже можно сказать про систему EDI и по Packet Inspection, то, что год назад я рассказывал. Все это рядом. Внутри такие системы, гипервизоры, где-то с ними очень много всего, уже используют подобные технологии. Мы пытаемся просто сделать некий такой генерализированный подход, сказать, что вот у нас такой интерфейс, дальше про это расскажу, давайте. Что еще вот, есть такая штука, как модель акторов. Надеюсь, кто-то не слышал, тоже это архитектурный подход. Это принцип построения больших масштабных параллельных вычислений. Собственно, хорошие все кластеры такие, высокопроизводительные, именно вычислительные, они строятся по этой методике. Собственно, тот же месседжер, есть взаимодействующие стороны, ну, актеры, да, и они обменятся между собой сообщениями в каком-то асинхронном порядке. И вот когда вы начинаете строить большой какой-то кластер, там, в МГУ какой-то, да, там, Ломоносов или еще что-то, у вас всегда возникает проблема, что какими-то данными нужно обмениваться быстро, ненакладно, легко, и что-то с этим делать. Есть вот то, кто знает, скажет, ну там есть альтернативы, я про них расскажу. Тем не менее, мы предлагаем еще один новый подход для решения этой, как бы, задачи, проблемы. Еще одна предпосылка в жирном выделена, железо умнеет. Вот очень важно, на самом деле, сейчас посмотреть на, грубо говоря, просто сетевые карты, которые есть, они стали намного умнее. Они давно умеют делать акселерацию там, контрольных сумм, тысячи оффлодинг и так далее. Да? Вот. Но у них гораздо более интеллектуальный и, так сказать, цивилизованный стала политика, вообще принцип обслуживания демо-рингов, то есть цепочки демо-дескрипторов. И настолько это стало удобно,
ну, буквально стабилизовано, да, что ее можно обслуживать в user space. Ну, не в ядре драйвера, да, а более фривольно в режиме пулинга приложения. И последнее, что снизу там написано, значит, Zero Copy просится фундамент. Вот если начать решать проблему, дальше я тебе покажу очень серьезно, то возникает и преодолеть эти полтунеки, то другого выхода просто получается, что так нет, если логически рассуждать, что нужно использовать Zero Copy. Ну, передача данных без копирования. А вот если ее начинать куда-то внедрять, просто посредине проекта, то это не получается. Точнее, не получается, результат плохой. Много изменений, легко ошибиться, вы что-то сделали в одном месте починили, в другом сломалось. И вот это в итоге, с учетом опыта, который как бы был, да, в голове там какие-то идеи, подтолкнуло к тому, чтобы создать такой проект. Ну, идея вот с высоты птичьего полета, она проста. Да, вот у нас винтажные слайды у меня такие будут. Я их так решил нарисовать. Значит, у нас есть оперативная память, и в ней встречается все. В ней все данные, все программы, там всегда все было. Кто-то скажет, да, у нас есть NUM, а так, ну, не будем сейчас детали. Примерно вот так. У нас есть общая память, она доступна для всех процессоров, всех участников обмена, всех участников взаимодействия, включая сетевые карты, графические там какие-то акселераторы, процессоры, там, Xeon Phi так называемый, и так далее. Вот. У нас все, оперативная память. Как мы говорим, хорошо, давайте мы сделаем наших денег, сделаем хороший механизм, который позволит этой отделяемой памятью управлять так, чтобы через нее обмениваться сообщениями без копирования. И под это у нас все выстраивается. Собственно, все, что было вот в развитии техники там, и операционных систем до последнего момента, да, вот оно шло по пути изоляции. Довольно интенсивно шло по пути изоляции. Почему? Потому что изоляция дает вам надежность. Процесс изолирован, есть фиксированный интерфейс операционной системы, все хорошо, все замечательно. Но в результате там, программировать мы научились, получились новые инструменты, новые средства оплаты, очень много чего получилось, да? И мы уже себе можем позволить даже и программировать более рискованно, на мой взгляд. То есть мы можем идею программировать, можем еще что-то делать. И в принципе мы можем допустить падение из-за ошибок, отдельных там, узлов, еще что-то. У нас нет, мы все яйца уже не ложим в одну корзину, больших сервисов, остается на очереди. Поэтому мы говорим, хорошо, мы даем альтернативу продуманную, мы предложим механизм обмена через разделяемую память. Альтернативы. Вот сразу возникает, значит, люди говорят, вот есть там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну давайте пробегусь быстро, постараюсь. Значит, есть такая штука, как Intel DPDK, Intel Data Plane Development Kit. Значит, это такая штука, которая позволяет вам очень быстро, точнее не быстро обмениваться, а просто получаешь прямой доступ к DMA-кольцу дескрипторов. И вы можете принять, передать в User Space все 30 миллионов пакетов, которые у вас на этом 10-битном интерфейсе. 30 миллионов, потому что, ну, почти 30 миллионов, 15 в одну сторону, 15 в другую. Все замечательно, но это, во-первых, привязано к тому, что Intel. Во-вторых, там есть очень интересный баг, до сих пор непонятно, если есть кто-то из Intel, в общем, любопытно будет послушать объяснение. Когда они перетащили, сказать, по-другому не скажу, и среди USD реализации очередей, они одну вещь вырезали и забыли. А вот если ее вырезать, получается там дедлок фактически. Ладно, дальше Netmap. То же самое, это другой вариант, как полный поток данных принять User Space. Обе механизмы похожи, но они вам что дают? Они нам дают ничего, только интерфейс с сетевым адаптером. Вы просто будете получать те самые кирпичи сетевого стека в сыром виде, пакеты. Дальше делайте с ними что хотите. Во многих случаях это именно то, что нужно. Мы предлагаем чуть больше, дальше поясню. А следующий пункт, третий, MPI. Вот когда идет о кластерах каких-то, вычислительных системах, MPI сразу приходит. Это стандарт. Там. Большой-большой стандарт, всем известный, все хорошо, есть много реализаций. Однако MPI, подчеркиваю, он рассчитан на копирование. Если вы через MPI будете взаимодействовать даже с соседним процессом, у вас все равно пойдет копирование, минимум одно. И даже если у вас это будет реализовано там, с помощью какого-то сопроцессора, условно говоря, или механизмов процессора, сейчас строим там варианты копирования, все равно будет копирование. Все равно будут большие проблемы с этим, так или иначе. Но будет изоляция, тут можно выбирать. Но MPI еще надо сказать, это протокол. Это все-таки не какая-то стандартная 100% библиотека. Их много реализаций, у них разные там возможности, в общем, возникают всякие разные штучки.
Ну, есть еще там ZRMQ, и пошло там дальше. Целый набор очередей, они все работают через сокет. Они все хороши, когда у вас узким местом является, условно говоря, сетевой стек. Сетевой стек может обработать, ну, там, 1 000 000 пакетов. Вот обычного Linux. Если включать акселерацию, еще все остальные технологии гораздо больше, но, в принципе, полный 10 гигабит обработать через сокет невозможно. Ну, по крайней мере, я не знаю, чтобы кто-то сделал сейчас. Вот это все, на самом деле, то, что я перечислил, оно не работает с разделяемой памятью. Оно работает просто, позволяет так или иначе реализовать высокоскоростной обмен. С разделяемой памятью вот, стандартных средств работает. Пока, ну, я не знаю, может, кто-то подскажет. Периодически я как бы ищу какие-то там механизмы, ну, библиотеки и так далее, но не нахожу. И есть, конечно, буст — это процесс, но все знают, что такое буст. Вот, можно сделать, вы будете его использовать, но что при этом получится? У вас будет фактически свой внутренний велосипед, внутри своего какого-то сервиса, программы вы взаимодействовать сможете, но уже когда выйдет новая версия буста, ваш код даже может просто не скомпилироваться. А гарантии на то, что он будет работать с предыдущей версией, вообще никаких нет. То есть, в принципе, это механизм, вариант, но он и всегда был. Берете, делаете разделяемой памяти, это доступно, делайте, что хотите. Ну, это вот про альтернативы. Опс. Теперь вот зачем мы все затеяли, ну, с учетом всего взвешенного. Значит, мы пытаемся снять максимум ограничений для предельной производительности. То есть мы хотим ее достичь, вот, чтобы каждый мог взять, включить, и у него получилось. Ну, относительно безболезненно, относительно автоматически, это самая предельная производительность. Очень много там тонкостей, мы хотим это сделать. Второй пункт. Снизить стоимость обмена до вызова функции. То есть имеется в виду настолько все сделать круто и хорошо, чтобы стоимость отправки сообщения откуда-то, в одной точке другую, была равна стоимости вызова двух функций, ну, в семантике C++. То есть получатель отправил, приемник принял. Два вызова функции. И дальше уже получилось в процессе разработки такая интересная цель, что мы поняли, что мы можем сделать интерфейсный фасад. То есть под один интерфейсный фасад подогнать разный транспорт. И таким образом софт, который, скажем, начал использовать нашу библиотеку, наш проект, он начинает работать там не так, и всяк подставляет такие что угодно. Вот почти я ответил на вопрос «Зачем?». Теперь вопросы «Как?». Ну, конечно же, мы оптимизируем копирование. Вот оптимизируем копирование — это очень мягко сказано, потому что в этом очень-очень много всего. Когда-то данные нужно скопировать, если они большие, если они маленькие, их выгоднее уже. Извиняюсь, если данные большие, их копировать как раз-таки нельзя, да? Надо как-то ссылочки их отправить. Если данные маленькие, то отслеживать ссылки, вообще обслуживать ссылки будет невыгодно. А дальше все зависит от того, там, ну, от множества факторов. А куда эти данные направляются? Какая у нас там скорость памяти? А что за процессы? А вообще, что с этими данными дальше делать? А если у нас место там, чтобы еще дальше докопировать, например, да, если мы там... Еще много-много-много таких вещей. И вот это все управляется, вливается в такие вещи, как управление буферами, структура сообщений. Вот управление буферами разделяемой памяти — это отдельная большая тема. Ну, фактически, что это такое? Это такой memory management, да? То есть у нас есть некий аллокатор, условно говоря, который работает в разделяемой памяти. Значит, для каждой единицы информации, которая туда помещена, нужно так или иначе отслеживать владельца. Или счетчик ссылок. Ну, сколько владельцев? Освобождать, выделять, и пошло-пошло-поехало. Если мы хотим сделать, чтобы это было в нормальной производительности, то все должно быть, конечно же, lock-free, да, такой термин, озвученный. Все должно быть выверено. То есть если там где-то будет что-то не так, что-то где-то будет тормозить хотя бы немножко, то ничего не получится. Затея потеряет смысл. То есть, в принципе, нам разделяемая память нужна только тогда, когда мы действительно вот стремимся к этой предельной производительности какой-то. То есть если для многих проектов она не нужна. Но если нужна, и мы идем на преодоление этих трудностей, тогда их нужно преодолевать. Тогда нужно все делать очень тщательно. И вот следующим пунктом идет, значит, избавляемся от переключения контекстов. Это вот Александр Крыжановский сегодня рассказывал, почему это плохо, там, с кэшем там, и так далее. Но я не могу все это вот рассказывать, почему это плохо. От них надо избавляться. И это довольно сложно, как это делать, но тем не менее. Конечно же, мы используем lock-free подход. То есть у нас просто большинство структур данных lock-free внутри. Никакой блокировки не происходит. Процессы работают параллельно и так далее. А дальше мы избавляемся от микроожиданий. Вот это гораздо более тонкий момент. Ну что это значит? Представьте, что у вас заметится много тредов, они конкурируют между собой, обрабатывают сообщения. И вообще всегда есть
выбор. Вот трек берется, смотрит в очередь, а там пусто. Или очередь занята. Да, что ему делать? Либо уснуть, либо чуть подождать. И нужно этот процесс очень взвешенно и хорошо оптимизировать. То есть на автоматическом уровне, подчеркиваю, с минимальными затратами знать, ждать или спать. Вот здесь именно большая тема именно поэтому. То этот механизм есть, он продуман и работает. Ну и третий – это вот автоматический пакетный режим. То есть когда идет разговор об обработке там, огромного количества вообще каких-то мелких элементов, ну просто когда их много чего-то, да, вот когда у нас там 30 миллионов в секунду, или там миллиард в секунду, вообще просто. Без пакетного режима не обойтись. Поштучно их процессор пересчитать не сможет, он только этим будет заниматься. Но вообще организация пакетного режима, она требует определенных усилий. И в ней часто все подскальзываются. Где-то плохо, где-то хорошо. У нас это автоматически, дальше покажу как, расскажу. Так, на время мне прожимает уже. Итак, что это? Вот наш хитрость, EBIOS. Надеюсь, все читали. Я даже не озвучил, как называется, надеюсь, все читали тезис. Прошу прощения, уже торопился. Значит, это инфраструктурный проект. Вот то, что он инфраструктурный, что означает? Что его кто-то один сделать не может. Потому что если его сделать кто-то один, он будет рано или поздно брошен по достижению правильных целей. Поэтому он инфраструктурный, и мы его сделаем open source, в конце концов. Пока еще не open source, но формально не open source, потому что исходники не открыты. Об этом тоже скажу почему. 25 тысяч сток, ну, если точно это генерировано, он уже 30, ну, где-то так, то есть не 50. C++. Функциональный у нас разделяемая библиотека. Почему она разделяемая? Она вообще такой и останется. Статическая линковка будет предусмотрена, но в основном это для любителей, если кто-то захочет, я скажу, для чего. А так вообще разделяемая библиотека, плюс у нас функциональный демон, который управляет многими процессами. Сейчас подгружает настройки, организует разделяемую память в контексте, ну, глобально, так удобнее. Проще его не разопустить, а все остальные уже как бы ситуация на готовке. Open source, я уже сказал, лицензия, видимо, будет AGPL, но это тоже самое LGPL, да, то есть линковка позволена, а AGPL там есть тонкости, ну, спрашивать расскажу сейчас до этого. Что внутри? Вот сейчас я попытаюсь по-простому объяснить, по-простому, с простых вещей, что внутри, почему так получается круто там и так далее. Очень простой концепт. Есть, значит, продюсер, то есть производитель сообщений, сверху, снизу консюмер, посередине очередь. Вот они работают. Речь течет в одну сторону. Если у нас очередь разделяемой памяти, то мы таким образом можем обмениваться как процесс-процесс, процесс-визор, процесс-гипервизор. Все понятно, надеюсь. Но у нас есть интерфейс, мы это все предусмотрим, у нас есть полиморфизм, поэтому на самом деле мы очередь можем поставить любую, вместо очереди у нас может быть DMA-ринг и, в принципе, окно со процессором. Там много технических тонкостей. Люди еще знающиеся, как же у вас там разные адреса там, и так далее. Дальше расскажу. Ну, это вот базовая идея. Она нам позволяет в результате запускать, ну, как бы, расти дальше. Во-первых, что здесь? Я бы сказал, сыпать и рекать что-то в одну сторону. Значит, стоимость вот в базовом варианте всего этого действительно как два вызова функции. То есть один раз поместили, другой раз взяли. Разделяемой памяти почти walk-free. Почему walk-free? Когда walk-free — отдельная тема, у нас есть политики для каждого участника обмена, политики, как он хочет обмениваться с очередью, с чем-то там другим. Для чего эти политики? Дальше расскажу, может быть, сейчас уже углублюсь. Если у нас обработчик прерывания в режиме ядра, его нельзя тормозить. Он должен беспрепятственно взять и всегда сделать то, что ему нужно. Но при этом такой режим вот, полноценного байтфри, да, то есть там разные есть, он требует затрат, он всегда дороже. То есть всегда есть вероятность того, что будет какая-то коллизия, а чтобы ее не было, нужно сделать пару реверансов, они требуют действий процессора, недорого. А вводя политики для различных участников обмена, мы как раз таки позволяем на уровне, значит, конфигурирования или динамики менять. То есть один у нас требует байтфри, ему все хорошо, другой может подождать, у него производительность обмена будет еще выше. Важное вот последнее забыл сказать. Сообщение у нас просто указатель. Почему так, почему не иначе? Во-первых, представим еще раз. Данные у нас лежат в разделяемой памяти. Мы их отформатировали, предоставили механизм для формирования этих сообщений. Чтобы быстро обмениваться, мы должны себе, можем себе позволить обмениваться только минимальной частью информации. Минимальная часть указывает. Вот мы начинаем и обмениваться.
Забегая вперед, может быть, не за тебя спрашивали просто, я скажу, что касательно вот этого, ну, конечно, может быть, ну, стандартный такой шестерубитный, да, потом мы можем его сделать шестерубитный, это не мешает. На самом деле, если нам сильно хочется, но маленьким кусочком не обмениваться, мы можем сделать его 16-битным. Выравнивать границу кошления и получить указатель на любую точку в пределах 4 мегабайтного окна. Кто-то спрашивал просто, поэтому я точнее. Теперь что? Вот на базе этого концепта мы берем магический пас и сделали 2 раза больше. Что мы сделали? Мы то же самое, как посредине ставили транспорт. Что у нас получается? Есть продюсер, который что-то должен получать, кладет, извиняюсь. Посредине, значит, есть некий транспорт, который точно так же работает отдельным процессом. Да? Стоимость обмена, мы знаем, стоимость обмена – одна функция. Посредине он что-то берет, отправляет по сети или вообще делает, бог знает, что. Да? Хоть что угодно делает, там не важно, это уже транспорт. С другой стороны, он снова кладет в другую очередь, и там ее забирают. И мы ничего не поменяли в интерфейсах, да? То есть мы остались в пределах того же концепта. Но мы позволили себе расти. Транспорт у нас любой. Стоимость вызова тоже понятна. Теперь вот про сообщения. Как они такие вот получаются как? Довольно сложно. Вот иногда хочется, знаете, как рассказать, подвести к логическому выводу, что нужно делать так. И там пообсуждать, поспорить. Ну, времени нет, поэтому говорю результат. Идея примерно следующая, что у нас разделяемая память в базовом варианте, может быть другой локатор, но в базовом варианте стандартный, состоит из буферов фиксированных размеров. Их количество и размер — это как бы что угодно программисту. И вот из таких буферов фиксированного размера собираются все другие сообщения. Соответственно, когда мы говорим об инфраструктуре формирования сообщений, и вообще обо многом чем, мы говорим, что у нас есть суперкрутая вещь, которая позволяет их быстро склеивать, быстро по ним ходить итераторами, да? Это тоже непросто. И вот это настолько круто, что буквально мы говорим, что попробуйте найти здесь на логическом уровне какую-то лишнюю фразу. Пока не нашли. И вот с этой точки зрения буфера у нас вот устроены, буфера и сообщения, которые стоят, они устроены прямо на следующем уровне. Значит, есть очередь, в очереди лежат указатели. Сообщения бывают 2 типов, условно говоря, просто плоские, да, вот сверху. То есть один указатель, один буфер. Либо мы берем и делаем более сложные сообщения, которые состоят из фрагментов, из каких-то кусков. И тогда у нас двухуровневая структура. В первом буфере лежат как бы кусочки с указателями на, собственно, данные. Вот именно так и, например, не список. Почему не список? Потому что спрашивали, это же не здесь, а до этого. Потому что список дороже для кэша процесса. А если вот так, то выгоднее. И вот таких как бы логические связи, да, почему так? Их очень много. Следующий концепт — это обмеченный указатель. То есть нам нужно эти сообщения, которые плоские, например, и такие вязанки, как мы говорим, надо отличать. Ну, target pointer, известная технология, в общем, в последнее время ее сильно разрекламировали там на Маке. Суть в чем, что какая-то часть значение, какая-то часть битов указателя используется для как-то, ну как нет. Вот у нас там примерно так и происходит. Это нам что дает? Это нам дает 4 вида сообщений, которые помечены, то есть лишь указатель, но мы по этим вот так вот отличаем, что это за сообщение. Ну так называемые чужие, это внешние, то есть какие-то вообще мы не знаем что, прозрачные там, пусть кто положил, кто-то разбирается. Такой, знаете, пожарный выход для расширения. Дальше есть плоские, по которым по ней говорим, значит, есть вязанки, пачки, да, вот выкормливаем. И есть так называемый бестелесный. Бестелесный — это просто какой-то код сообщения. Данный сигнал, вот нужно код передать, потому что коннект оборвался. Код ошибки надо передать. Вот так. Но в результате мы раз все свернули, все поделили и не нашли, что нужно еще. Вот теперь хитрый момент. Буфера. Вот сейчас попытаюсь взять мозг и логику. Значит, у нас 3 вида буферов, ну так вот расслабленно, 3 класса. Они все как бы один на другой похожи. Выглядят с точки зрения софта одинаково. Почему так? Для чего? Ну, понятно, что вот наш механизм, наша библиотека не может жить сама по себе. Нам нужно с чем-то интегрироваться. Например, интегрироваться с тем же IKEA, NetMap, или NDI, или еще какой-то внешней системой. И там всегда будут свои буферы. Ну, невозможно, мы не можем навязать все свое кому-то. И вот тогда возникает необходимость сделать так, чтобы и наши собственные буфера, и какие-то внешние, жили или не наши. Вот мы в итоге
Так у нас это получилось. В чем тут суть? Значит, первый мир, называемый солид, то есть единый сплошной. Там есть заголовок и цветом данные. Вот это линейный кусочек памяти. То есть он управляется, ну, просто монолитный кусок памяти. Вначале там есть счетчик ссылок, ну, дойдем, понятно, что мы отслеживаем счетчики ссылок на буферах, кто их использует. Был вопрос, это же дорого отслеживать, это важные операции. Во-первых, если данные разделять, если там, как бы, не хозяев, то в любом случае нужно это отслеживать. Сделать это дешевле, чем, как бы, яснее, чем просто счетчик ссылок, очень сложно. В горщике мусора, там, в Яве, ну, все знают, что это такое. Атомарные операции у нас действительно не атомарные, да, те, которые дорогие, только тогда, когда у буфера несколько владельцев. Если он просто выделяется, освобождается, там все чистит. Ну и вот простая схема. Значит, там дальше так, как ошибка. Если указатель, да, на данный вот, стрелочку, вот это тот компромисс, который вот, хочет с него избавиться, но не может. Вот каждый раз точности, так, как его выкрутить, не получается. Потому что он нужен для того, чтобы иметь возможность склеиваться, интегрироваться с другими какими-то внешними системами, внешними транспортами. Ну, вот на второй буфер, это вот самый как бы такой интегрирующий, да, там данные лежат отдельно. И вот, в частности, может быть, там СК-буфер из ядра лежит. Ну, и третий тип буфера, вот такой хлипкий, мы его называем, в чем суть, что всегда хочется в софте иметь, ну, какие-то свои буфера. Вот у вас есть какое-то приложение, там что хочется сделать. Мы говорим, окей, давайте мы позволим такими данными обмениваться. Будет у них куча минусов, но в принципе можно взять, сделать свой C++, который будет обслуживать такой буфер. У него будет связка с своим датаблицей, этот буфер будет валиден, соответственно, только в локальном пространстве, там, где он его, ну, породили. И, ну, схематично, давайте пойдем дальше. Надеюсь, еще я, по-моему, спускаюсь на детали, которые так понятны. А следующая хитрая вещь – привязка объектов. Тоже потребует напряжения. А, значит, ну, система не может оставаться постоянной. Это хочется расширять. И мы не можем взять и зафиксировать набор интерфейсов строго. Да? Мы хотим дать возможность расширять. Поэтому мы подумали, что а чего бы не пробраться через разделяемую память, вообще как бы сделать брос, механизм проброса объектных интерфейсов. И вот тут схематично это как бы представлено. Что у нас происходит? Значит, есть некий сервер, да, который создает объект разделяемой памяти. Ну, там, когда подготовительная активность происходит, создается этот объект. Вот. И в частности говорится, что код, обслуживающий этот объект, какой-то абстрактный объект с каким-то своим интерфейсом, который что-то свое там делает, вот обслуживающий код лежит в какой-то разделяемой библиотеке. Хорошо, создали, эта информация помещается внутрь внутреннюю регистрационную таблицу. И теперь, когда клиент какой-то вообще, он вообще ничего не знает про этот объект, ничего не знает про этот, где код находится. Он просто, да, вообще хендл получил откуда-то ему на голову, сказал, гнать тебе хендл, будешь не работать. И будешь не работать, например, как случайно. Ну все, он берет, обращается к нашей системе, она все делает, фактически возвращает, то есть подгружается к нему вот это пространство, это самая сложка, настраивается локальный прокси-объект, он с ним взаимодействует. Вот это дает как бы такую свободу. То есть всегда можно взять и расширить, добавить новый алгоритм, очередь, там еще что-то. Ну, надеюсь, понятно. Пойдемте дальше, я смотрю на часы, меня прям хочется быстрее-быстрее говорить. А следующий важный такой внутренний аспект – это акторы. Ну, грубо говоря, что это такое? Это некие пометки участников обмена. То есть у нас есть некая кооперация, да, в разделяемой памяти, которая там как-то общается. Это может быть и ядро, и отдельные там треды, процессы там. Может быть, это процессор какой-то. Но все мы их все берем, как-то помечаем какими-то меточками, да, награждаем. И вот эту меточку, этот тег, мы называем актором. Там много тонкостей есть, что, как, но основное здесь вынесено. Даже вот пример вызова функции приведен. То есть у нас есть некий тред, называется функция, и говорится, что я хочу, фактически тем вызовом, что я хочу обмениваться с, ну, со всеми остальными согласно какой-то политике. Вот там несколько, я сейчас поясню, что это такое.
хотя уже рассказывал как раз таки. Дальше что происходит? В ТЛС этот локус, короче, формируется, ну, формируется специальный объект, много чего лежит, но в частности там есть вот эта самая полиси, политика, да, и есть индекс. А вот этот индекс, в частности, он нам что дает? Фактически он нам дает резервирование ресурсов во многих внутренних структурах для log-free операций, для white-free операций. Вот многие алгоритмы, просто нельзя сейчас углубляться, но многие алгоритмы, там удачные алгоритмы очередей даже, да, они требуют, в частности, того, чтобы все участники, кто хочет там обмениваться, чтобы они были пронумерованы, чтобы им там были розданы какие-то меточки, какие-то ресурсы были предаллоцированы, то есть выделены предварительно. Вот это все нам это как раз таки позволяет делать. Легко, просто, раз, два и пожалуйста. Ну, в частности, что? Да, смотри, для log-free я сказал. Вот политика. Политика, ну, тоже, собственно, сказал, их там несколько. Ну, опять-таки, есть самые крайние точки. На самом деле, крайняя точка, она не попала. Это, как бы, политика без ничего. Означает, что все, кто ей пользуется, они, как бы, представляются виртуальным одним актором. И, соответственно, прежде чем что-то делать, берут один и тот, какой-то один глобальный мьютекс. Удобно для того, чтобы какой-то есть медленный код, что-то он там делает раз в 100 лет, чтобы не заморачиваться, всегда можно раз и обратиться, и будет работать. А вот когда нужна скорость, тогда нужно раз, назначать политику, продумывать, к сожалению, нужно думать, какую выбрать, да? Ну, думать несложно, если не усложнять. Значит, обработчик прерывания — это ядре, и еще какие-то довольно сложные вещи, которые, в принципе, не блокируются. White Free там чуть попроще, не буду уточнять, в документации будет все написано. Потом non-stop — это мы не спим, не ждем, то есть не засыпаем, да, что называется аналогом sleep внутри ядра. Вот не спим на каких-то ресурсах. Urgent, но срочно, это означает, что обработчик, когда что-то там куда-то обращается, ему нельзя позволить делать какую-то работу на благо всех. Там надо есть такое, что нужно что-то сделать, что-то освободить, какой-нибудь пул наполнить или набор опустошить. Вот если он срочно, это делать нельзя. Ну и base, значит, можно делать все что угодно. Что еще хочется сказать? Вот прицельный yield, что это такое? Это вот если кто-то заработал с реальным временем, с POSIX-ом там, возникает часто необходимость следующая, что есть какой-то процесс, ну какая-то нить какой-то, да, какой-то процесс, там, который занял ресурс, или просто работает. И вот он настолько нам мешает, он что-то делает, нам нужно получить доступ к тому, что он занимает. И вот тогда можно что? Вот у нас что можно сделать? Можно взять и наградить его своим временем. То есть передать ему тот таймслайс, квант времени, который сейчас назначен планировщику текущему треду. А на самом деле это вот такая, это не борьба с инверсией приоритетов, потому что есть наследование приоритетов, у нас используются так называемые P-mutexы, то есть с наследованием приоритетов, priority inheritance, это я для переводчика говорю. То есть все хорошо, но иногда нужно целенаправленно взять и подарить квант времени тому, кто, значит, какой-то ресурс блокирует. И вот когда мы назначаем актера, вводим понятие актера в регистрацию тренеров, мы всегда можем это сделать. Ну и вот последний пункт, не знаю, давайте расскажу. А в чем смысл? Что TLS, Thread Local Storage, ну, по-разному на разных платформах сделано, но в принципе эта функция такая, не бесплатная. Ну, то есть в компиляторе такую переменную там или что угодно структуру легко получить, но когда вы будете к ней получать доступ, там будет не так все просто. Может быть потребоваться вызов функции, вообще в нашем масштабе, когда мы спички экономим, да, это уже иногда напрягает. То есть оно неожиданно просто. Раз, оно тут куда-то пошло. Поэтому мы что говорим, что когда вот мы назначаем политику, в принципе, мы другой функции можем взять и получить некий другой указатель на нашу внутреннюю структуру. И дальше уже передавать его где нужно. Таким образом, ну, некий такой, знаете, бейс-поинт для операции. Этим решаются многие проблемы. Передали дополнительный параметр, на x86-64 там регистров много, но зато получили бонус производительности в неких местах, ну, там, в 5 раз. То есть просто вот до таких, как бы, мелких вещей тоже приходится, как бы, опускаться и продумывать. Ну, в этом, собственно, наверное, ценность проекта. Батчинг.
Ну, батчинг имеется в виду пакетная обработка, вот некая краткая иллюстрация того, почему, как она у нас автоматически работает. Ну, в основе school-based resource management. Что это такое, проще говоря? Это когда на стеке создается некая переменная, и C++, значит, начинает ее управлять. Соответственно, при выходе из области видимости вызовется деструктор, который сделает некую полезную операцию. Ну, такая стандартная вещь, абсолютно. Вот примерно на этом у нас и работает. Да? Что сделали некий батчер, что-то там поделали, когда выходим, он автоматически все закоммитил куда-то в очередь или еще куда-то дальше. Здесь очень примитивный, простой пример. Ну почему примитивный? Потому что у нас здесь только очередь, да, и только мы там что-то в одну сторону с ней делаем. И вообще мы вот батчер создали локально, и стек вызовов не рассматриваем. В реальности у нас как бы все хитрее. То есть можно в одном месте этот батчер поставить, в другом еще ниже по стеку уровня еще поставить, и оно все автоматически разрулится, там с разными политиками все соберется, все закоммитится. То есть на момент разрушения последнего батчера все будет хорошо. И дальше, ну давайте сейчас расскажу. Там еще одна хитрая вещь есть. Вот с этим батчингом, ну, в чем суть-то? Что мы собрали, копили, да, там, не по одному пакету обрабатываем, а по тысяче. А теперь раз, у нас вот 500 набралось, а потом пауза там. 10 миллисекунд нет. А может еще что-то не будет. А что нам делать? То есть нам нужно по времени же это как-то сбрасывать. По-хорошему. И это тоже есть. Оно работает. Каким образом? Что на самом деле мы же треды регистрируем. И стало быть, у нас, в принципе, не все есть, и все батчеры мы знаем, и мы можем неким ватчдогом, отдельным процессом пробежаться по ним и увидеть, что где-то у нас данные застряли, и их как бы закоммитить. Но я еще дальше про это расскажу, а именно вот здесь. Ну, название, знаете, такое внутреннее, Timescape, не знаю, не устоявшийся никак, это просто наш внутренний термин, дело, ничего лучше не придумал. А в чем суть? Жульничество со временем, я бы так сказал. Значит, в современных архитектурах некие операции очень дороги. Просто ходить на другую ноду NUMA и что-то читать, например, посмотреть, пуста очередь или нет, на самом деле дорого. Если представим, у нас какой-то цикл, да, вот такое высокопроизводительное приложение, оно обычно работает, там ничего не ждет, оно просто молотит, постоянно ждет. Может переключаться уже дорого. Так вот, даже в цикле молотить и проверять очередь тоже плохо. Потому что если мы постоянно на каждом цикле будем ходить на другую NUMA-ноду, то у нас весь интерконнект будет заниматься вот этой фигней. Что делать? Ну, очень просто. Вот мы берем и сделаем такой механизм, что мы имеем некий абстрактный источник времени, дешевый, да, вот снизу он подписан на самом деле. И мы смотрим, а сколько тактов-то прошло с прошлого раза, как мы смотрели. Если меньше, чем чуть-чуть, то ничего не делаем. Идем на следующий цикл. И вот только за счет этого мы можем многие операции выполнять, ну, в 10 раз реже, при этом имея гарантированное какое-то отставание. Вообще, конечно, кто работал с реальным временем, скажет, ну, блин, легко ошибиться, оступиться. Да, не все просто, но опять-таки. School-based resource management, ставим батчер, да? Еще какой-то более сложный объект, не буду говорить, как он называется. Сказали ему, как мы хотим взаимодействовать, и он у нас начал взаимодействовать. Но сам принцип в том, что мы дошли до этого, придумали и заложили эту систему на самом нижнем уровне. Оно там внутри так работает. Второй пункт – это вот подавление переключений. То есть я про это уже говорил. Ну, то есть мы целенаправленно во многих случаях избавляемся от переключения контекстов. Как это можно сделать и когда это нужно делать, когда нет? Самый простой способ, например, у нас есть какой-то mutex. Где-то их нужно создавать, там, или спинлок, неважно. Все равно где-то нужно что-то будет лочить, да, под монопольный доступ, потом смотреть, отпускать. И пусть этот интервал, когда ресурс удержится, совсем небольшой. Но мы же не знаем, да, что на самом деле происходит. Вот его сейчас кто-то захватил, а потом может быть вытеснено этот тред с процессора, или вообще что будет происходить. Ну и мы делаем точно так. То есть мы, в принципе, например, включаем механизм, ну, с флажком по умолчанию он включен, и система начинает отслеживать время, а сколько тактов вообще ресурс был занят. Да? И следующий, когда кто-то другой начинает пытаться получить доступ, смотрим, а сколько прошло времени. Вот в среднем стоит еще ждать или не стоит? Ну и там задаются все эти параметры, сколько ждать, сколько не ждать. Но вот это тоже очень сильно в некоторых случаях
в 10 раз поднимает перформанс. То есть у нас просто вместо того, чтобы переключить контекст, уйти в сон и вообще проснуться бог знает когда, с точки зрения реального времени, мы чуть-чуть прокрутили в цикле, и у нас все хорошо. Если приходится крутиться долго уже, да, то есть уходит некий там предел, тогда спим. И опять же, вот это самое прицельное дело. То есть если мы видим какие-то другие ситуации, там, как работают наши очереди, которые там самые крутые сейчас, подчеркиваю, быстрее, я не знаю очередей, walk-free. Вот когда они там работают, когда у нас политики выставлены такие, что максимально быстро, но можно спать, вот тогда участник обмена может, нарвавшись на коллизию определенную, отдать свой план времени тому, кто удерживает ресурс, чтобы все, чтобы в целом все работало быстрее. Вот такая штука внутри. Теперь вот третья. Третья, на самом деле, инструкция процессора, которая вычитывает текущие такты и номер ядра, если кто не знает. Суть-то в другом. Что на самом деле мы столкнулись с такой проблемой, что нам на самом деле нужен очень дешевый, но достаточно четкий, точный источник времени. И несмотря на то, что вот именно этот счетчик тактов процессора, он, скажем так, нестабильный, да? Почему? Потому что он зависит от режима работы процессора, может засыпать процессор, его может шатать. И вообще на разных ядрах он может быть разным. В общем, с ним куча проблем, но тем не менее мы вот сейчас на платформе x86 используем именно его. Никакой другой альтернативы нету. При этом, когда мы столкнулись с проблемами, что этот счетчик качает тактов, что там какие-то проблемы, на самом деле ничего страшного. Его качает, но мы практически всегда можем принять решение. Вот нам нужно, прошло чуть-чуть времени или не чуть-чуть во многих наших внутренних процессах. Если прошло чуть-чуть, то что-то делаем одно. Если не чуть-чуть, что-то другое. Таким образом, когда что-то расходится, с очень большой вероятностью, практически всегда, не в нашей любой, в других случаях пока еще, происходит кейс, что либо чуть-чуть, либо что-то другое. И магическим образом оно пока работает. Но в принципе, если вот встать, знаете, на гарантию того, что все будет работать правильно, то на обычном десктопе таким, на лаптопе тем более, работать не обязано правильно. А на сервере уже гораздо лучше. Вообще на современных последних процессорах, даташиты я смотрел, там вроде совсем все хорошо. Стабильность этого гарантируется. Аллокатор. Осталось у меня совсем немножко времени. Рассказывать дальше или вопросы? Вопросы? Дальше. Смотрите, аллокатор, тут много-много чего можно рассказывать. Вот если его сравнить с TC-аллоком, да, то есть с самым крутым вроде как сейчас, то у нас другие задачи, и мы быстрее. Но быстрее мы потому, что проще и задачи другие. Я не буду, вот не успею даже сейчас уложиться уже, как оно внутри построено. Идея очень простая, что мы внутри используем те же самые механизмы, да, вот наши FIFO, еще какие-то, для того, чтобы управлять буферами. Самая простая вещь, что у нас есть слот для каждого участника обмена, там есть маленькая FIFO-шечка, да, в которой лежат предаллоцированные буфера, условно говоря, заготовленные. А обмен со всей остальной системой идет так называемыми плиточками. А плиточек, сколько заказали, столько и будет. А стоимость выделения или освобождения плиточки, это опять-таки у нас там очередь, опять-таки у нас та же самая вызов одной функции. То есть, на самом деле, все очень быстро. Вот очень быстро, насколько, давайте пойдем дальше. Вот это нужно рассказать. Если вначале помните, я говорил про то, что река течет в одну сторону, что там симплекс. А всегда-то нужен дуплекс. Мы просто разделили и сказали, что вот у нас один примитив, он называется очередь, и он работает в одну сторону. А теперь у нас есть вот другой примитив, он более навороченный, там две очереди, так называемое сочленение. И там не только вот очередь, а там еще несколько интересных фишек. Во-первых, у соединения, такое, значит, connection, на самом деле, практически, да, но чтобы не путать, назвать по-другому. Вот у этого соединения и сочленения есть что еще внутри, кроме очередей? Есть явный аллокатор, то есть прикрепление. Это как бы некий вид транспорта, к нему аллокатор, который там управляет буферами, его не нужно искать. И есть вот то, что здесь скромно подписано, options. Вот в options фактически лежат стратегии для оптимизаторов. Вот какие оптимизаторы, что подразумевается? Это в частности, вот когда мы формируем сообщение, самое простейшее,
стратегии. Нужно решить, а пришла маленькая порция данных, ее нужно добавить к сообщению. И вот что делать? Ее скопировать или оформить бузер и отслеживать ссылки? Ну, реально, да, если прошло 4 байта или байта, понятно, что проще скопировать, чем положить в буфер и отслеживать ссылки, да? А если прошло 4 килобайта, то уже надо делать, ну, по-другому, наверное. А где граница? А как ее вычислить? Ну, мы вот делаем очень просто в таких случаях, что мы не заморачиваемся. То есть мы говорим, что, ребята, здесь надо внести настройки политики, да, и пусть они там где-то формируются, а мы будем их выполнять. И вот здесь в этих опшенах лежит именно это. Но кроме этого, там лежит еще другое. Например, то, что часто нужно в протоколах при передаче, резервирование места вот, передачи на другую сторону, куда-то какой-то пакет. Ну, кто с сетевым стеком работал, то есть нужно зарезервировать место для IP-адресов, да, чтобы отдельные буферы, да, не выделять вначале. А некоторые протоколы требуют, чтобы данные записывали заданный перевод. То есть, ну, какие-то такие вещи. Вот это все там. Ну, просто поделили. И тут первый пункт, вот маршалинг сообщений, он некоторых пугает. У нас маршалинг-то простой. То есть на самом деле мы когда работаем с сообщением, формируемым локально на адресном пространстве, мы работаем, конечно, с прямыми указателями, и все хорошо. А вот когда мы теперь помещаем его в очередь, нам что нужно сделать? Нам нужно его немножко нормализовать, ну, как минимум у самого указателя поставить вот эти теги, о которых рассказывал. Сделать интегрированный указатель. Вот под маршалингом фактически это и подразумевается. Но в ряде случаев там еще есть много-много-много тонкостей. Например, сообщение это у нас где-то формировалось, и вообще бог знает, откуда оно пришло, и в нем могут быть буфера чужие, или вообще локальные, которые нельзя передать. Ну, вот те самые хлипки, о которых рассказывал, да? То есть какие-то такие случаи, когда нужно взять все, посмотреть, причесать и сформировать. Вот это тоже там делается в маршалинге. При этом тоже возникает такой вопрос, мы говорим, а сколько вы на время тратите? Ну, тут любишь кататься, любишь самочки возить. В принципе, все просто. Когда формируется, заказывается такое сочинение, соединение, нужно сказать, что вы хотите. Вы хотите такой сервис? Ну, как программисты имеют. Хотите вы такой сервис или нет? И тогда, если вы хотите, то система будет делать проверки, то есть расходовать какие-то ресурсы, проходить по списку, там, поанализировать сообщение, проходить по каждому импульсу, смотреть, что с ним делать, и отмучивать его, да, либо не будет этого делать. И тогда в худшем случае, подчеркиваю, в худшем случае будет, ну, сообщение передали первое, а ту сторону как бы стошнило. Так, фишки, которые остались за скобками. Ну вот, режим адресации там, относительная, прямая, базированная. Ну вот, относительная, тот самый SFTD, который в густе есть. Ну там все хитрее, потому что можно по-разному сделать. Не рассказал я про локальное представление сообщений, про быстрые итераторы, про контроль целостности. Ну просто бы никак не успел, таймер уже установлен. И магический миллиард, по которому меня троллили, ну не троллили, но так аккуратно спрашивали, да, с намеком. Я аккуратно объяснял, о чем мы говорим. Идея очень простая. Пункт первый. Мы говорим, миллиард говорим про то, что в контексте транспорта, то есть мы этот миллиард передаем, мы его не порождаем, не заполняем полезными данными и не обрабатываем. А просто передаем. И вот тогда на совершенно простейшем, это, по-моему, мой ноут, я даже не помню, откуда эти данные, по-моему, ноут. На совершенно простейшем процессоре, в простейшей системе вот такие цифры. Давайте их прокомментируем. Ну, суть в том, что i5 не последнего поколения предыдущего, по-моему, снят с производства уже там 4 ядра, DDR3 память. Значит, от памяти все сильно зависит, потому что реально пропускная способность вот всего этого определяется уже память. И у нас есть наши вот очереди, значит, MPMC, это означает, что мультипровайдер, мультиконтинент. То есть когда несколько производителей сообщений, потребителей, ну тяжелый случай. И вот в этом режиме мы берем, спускаем EverQSafe гарантию, то есть это тот самый полный Wi-Fi, когда нельзя блокировать никого, полная гарантия, и тогда мы имеем 4 миллиона полных итераций. То есть передали сообщение, оно прошло и приняли. Вот. Но фишка-то в том, что это без пакетных обработчиков. Вот теперь мы берем и говорим, а давайте мы будем передавать по 256 сообщений за раз. И тогда мы легко получаем этот самый миллиард. Ну, не побить, не исправить. Вот так мы его и получаем. Так, что у нас там еще дальше?
А, ну трудности, давайте кратко скажу, вот тоже пришлось промотать. Мы работаем в разделяемой памяти, поэтому там все специфически, никакими примитивами из GLUXI мы пользоваться не можем. Ну, то есть POSIX-овые там какие-то мьютексы, там condition variable и так далее, ничего этого нельзя использовать. Нельзя в принципе. Поэтому все это приходится, ну, не то чтобы изобретать, но делать ручками, но правда в Linux очень хорошо все есть. Есть UTEX, хорошо продуманный, очень такой, сейчас его там пофиксили, в общем, замечательно работает. А ошибки более опасны. Действительно, в разделяемой памяти, если что-то крышится, можно сломать все. Но опять-таки, мы с этим соглашаемся, мы говорим, елки-палки, а само ядро-то как-то работает, люди же там пишут все, да, и оно, в принципе, не падает уже. Лет 15 назад, там, люди как-то боялись, что и рассчитывали на то, что ядро упадет. А сейчас это вообще это очень редкая вещь. Вот. И третья проблема, да, дешевый источник времени. Некий такой итог, вот, что мы хотим сделать в нашем проекте, и мы думаем, что мы это сделали. Мы снимаем ограничения, единый фасад, лицензия GPL, подразумеваем расширение. Так, важный слайд. А Питер сервис, это там, где я сейчас работаю, собственно, это та компания, где родился этот проект, он вырос из того, что было внутри. И вот сейчас, если все будет хорошо, мы это сделаем open source. Пока это не open source. Почему? Вообще хотели уже открыть еще весной, но вопрос очень такой. Во-первых, если один раз откроешь, потом не закроешь. И нет внутреннего согласия, что интерфейсы стабильны. Вот не знаю, поймут меня разработчики или нет, проект инфраструктуры, если его открыть, чтобы им пользоваться, он должен быть готов. Ну, на наш взгляд, да? То есть можно спорить, там, ранние релизы, еще что-то. Вот есть ощущение, что мы должны пройти некие этапы революции. Вот когда мы поймем, что нам, ну, не предвидится на горизонте никаких революций, тогда мы будем открывать. А там есть что делать, в частности, вот самая такая тяжелая вещь, это интеграция со всеми некими внешними системами. Потому что просто вакуум, транспорт такой, абстрактный вакуум никому не нужен. Вот когда мы там подключим условно GPTK, там ZRNQ, там еще что-то, да, там допустим Nginx на нем, я не знаю, что такое сделаем, вот тогда уже хорошо. Либо нужно набить, значит, ну, не либо, а и, значит, подготовить хороший набор, ну, таких, ну, документаций, понятно, ты смог что-то делать. Но, тем не менее, нужно взять и набить хороший такой пакет use cases, демонстрационных, что это вот так работает. Иначе, ну, пробовали, я пробовал там друзьям показывать, да, вот, давайте посмотрим, давайте поучаствуйте. И что получается? Много вопросов. И мы понимаем, что если мы откроем сейчас, то, ну, два варианта. Откроют, скажем, непонятно, что уйдут. Второй вариант, нам пойдут огромное количество вопросов. Ну, там, не знаю, во время репортов, еще что-то, вопросов. И вот на это на все, то есть мы же не можем открыть, а потом игнорить вопросы людей, которые к нам обращаются. Но мы должны настолько все сделать хорошо, чтобы этих вопросов было разумное количество. Пока это не так. Поэтому пока не открыли. Ну, все пока держится благодаря интерсервису. Ну и бабам. Спасибо большое. Давайте вопросы.